Так, ребят, давайте продолжим. Впереди у нас всемирные игры. Матч против Лондона. Так, статус у нас тут, ну, более-менее все нормально. У всех хорошее настроение, все очень хорошо. Отлично. До следующего матча осталось совсем немного времени. Лондон будет нам намного сильнее любых из тех, с кем вам приходилось сталкиваться раньше. Я знаю, что это не будет легко, но Сакура теперь вернулась к нам. Вот почему мы не можем проиграть. Я уверен, что Сакура... Я позабочусь о том, чтобы Сакура не пожалела об этом выборе. Прекрасное настроение, действительно. Я чувствую ее решимость, и это очень вдохновляет. Я на самом деле считаю, что пришло время. Она заслужила право вывести свои навыки на новый уровень. На новый уровень? Да, но... Ой, Муген... Шиба, послушай. Приготовь прототип обуви и для развертывания. Сумире, ну послушайте, я не уверен, что... Ну да. Никакой другой боевой доспех не может сравниться с ним. Это единственный прототип серии Сакуры, когда-либо выпущенный компанией Канзаки Heavy Industries. Это было чудо, но его высокая производительность сопровождается высокой стоимостью и духовной силой. Никто не может справиться с его требованиями. И даже сама Сакура Шенгуйжи не смогла. И вы отдадите его мне? Осмелюсь предположить, что ты единственный, кто может его использовать. Да, но я не уверена, что смогу. Ты не должна колебаться. Ради твоей мечты протяни руку и ухватись за средства, чтобы воплотить ее в реальность. Ты справишься, Сакура. У тебя есть своя сила, и я хочу увидеть, как ты ее используешь. Ты подтолкнула себя до предела. Теперь пришло время сломать этот предел. Ты ведь наша Сакура, не так ли? Я знаю, что ты этого достойна. Деревенское правило 39. Ты не можешь победить, если даже не попытаешься. Сакура, ты готова к этому. Садись в обу и давай выиграем этот матч. Хорошо? Должен признать, Сакура определенно заряжена духовной силой. Что касается спецификации обу, то это должно быть достаточно. Но мне кажется, что я довольно скрытно работал над ним в свободное время. Сумире-сан, с каких это пор вы об этом знаете? Ой, да ладно тебе, дорогой. Я одна из самых главных звезд этого театра. Ты ничего не сможешь скрыть от меня. Подумай только, на этот раз стремление... Точнее, на этот раз... Странные маленькие навязчивые идеи Рейджи сработали. Теперь у нас есть козырь против Ланселота. Правила такие же, как с шанхайским матчем 3-3. Камьяма, вы уже знаете, что вы с Сакурой отправитесь на сцену 100%. Нам понадобится еще один член, чтобы завершить команду. Сделайте свой выбор, а потом приходите ко мне. Я закончу регистрацию. Хорошо, я сделаю это. Так, ребят, короче, Сакура будет обязательно. Ну да, вот. Мы ее не кикнем. Блин, что, у него реально столько духовной энергии, что ли? Ну ладно. Ну, я беру Анастасию, очевидно же. Так. Испытаем прототип прямо в бою. Рисково. Ну да, она рисковая. Я не против. Я готова для развертывания. Стоит ли мне добавить Анастасию в команду? Добавить. Мы должны победить.
выбор Сакуры должен быть оправдан. Тебе тоже надо вернуться. Итак, третий у нас. Я зарегистрирован Анастасию Пальму. Это твое финальное решение? Да. Так, включая вас, капитан, и Амамия, у вас полная команда из трех членов. Мы готовы к матчу против Лондона, Камияма. Отдавай всем приказ. Да. Оглядываясь вокруг, оглянитесь вокруг и знайте, что цветочная дивизия снова объединилась. Это все, что нам нужно было. Мы все поддерживаем друг друга, несмотря ни на что. Мы будем их поддерживать друг друга. Это связывает... Так. Эта связь — наше величайшее оружие до тех пор, пока она у нас есть. Ни одна команда в мире не сможет нас победить. Мы будем едины. И мы победим. Чертовски верно. Давай покажем всему миру, из чего сделан имперский боевой отряд. Один за всех и все за одного. Деревенское правило 23. Объединенные одной целью. Вы не должны ничего бояться. Давайте устроим представление. И когда цветочная дивизия работает вместе, мы непобедимы. А сейчас... Цветочная дивизия, выдвигаемся. Да, сэр. Ну, файта. Ой, ты это будет расплюнуть. С прототипом еще. Оба. Все системы включены. Хорош, вперед. А, стоп, это просто. Ладно. Нужно было не переводить. G-Flame, поделись своим ICQ. Оба. Одолжи мне свою силу. Шоу-тайм. Настало время шоу. Пусть это будет чистый бой. А теперь вперед. Имперский боевой отряд вступает в бой. Бридзей. Активация. Ну, слот. Хорошо. Погнали. Лондонский боевой отряд на сцене. А теперь вот-вот начнется второй раунд. Сегодня у нас есть определенные фавориты толпы, лондонский боевой отряд. И противостоят им команда «Темная лошадка» с победой из ниоткуда, имперский боевой отряд. Гордость Токио против рыцарей круглого стола. Вперед! Цветочная дивизия, выдвигаемся. Хорошо. Поняла, сэр. Нет. А теперь пусть битва начнется. Так, раз-раз, стримы работали, ребят? У меня были дропы только что, довольно жесткие. Правила те же самые. Команда, что наберет больше всего очков, будут объявлены победители. Мы поднимаем ставки на этом матче с репликами совершенно новых демонов. Восхититесь самыми прекрасными, прекрасными искусственными демонами, подаренные вам для самого лучшего развлечения в мире, что мы можем предложить. Так что сражайтесь.
И аккумулятор должен 4 разряжается. Хотя мне еще на 2 часа хватит. Так. Ну, собственно, вот новый мех Сакуры. Ну, что-то как-то... По-моему, появился еще один удар. Или мне кажется. Можешь поверить в этих клоунов? Пытается тут устроить шоу. Эти изменения ничто. Мы победим, как и планировали. Так и думала. Это, конечно, нетрадиционно, но мы не можем позволить себе нас остановить, короче. Блин, мне нужно победить. Они считают. Все? Так, они изменили положение. А ну, должны быстро их найти, добраться до них. Это говно вопрос. Так, Настя, где ты? Как только мы нацелились на свою цель, она не ускользнет от нас. Узрите истинную силу рыцарей круглого стола и что-то подобное. Великолепно. Свирепая решимость. Чувство срочности, что-то там. Не забывайте, что на кону находится ваш боевой отряд. Желаю всем удачи. Спасибо. А, не, мы все равно побеждаем. Фумо, да будет потом, ты знаешь. Ща, как бы мы по очкам победим, потом еще дуэль. Успеем. Вот оно, капитан. Не теряйте момент. Ладно, продолжим в том же духе. Сакура, активируйся ты! Блин, у Сакуры не активируется спецудар. Ох, не работает он еще. Видно, не разблокирован еще. А у Камияма работает. Ну вот, вижу, потому что я нажимаю и ничего. Хотя полоска на... Все, готово, раунд. И на этом заканчивается первый раунд. И имперский боевой отряд побеждает. Хорошо, первый раунд за нами. Продолжим в том же духе. Чтобы связать духовную силу с ним, свою. Думаю, я поняла. Не знаю, сработает ли, но я постараюсь. Хорошо, и второй раунд этого жаркого матча между имперским боевым отрядом и Лондоном начинается. Может ли это быть последний раунд? Сейчас увидим. Да что за хрень? Опять стрим упал. Те, кто в записи, не могут перемотать. Всем единицам вступать в бой. Давайте покажем им, на что способны рыцари круглого стола. Хм.
Так, все, стрим пошел. Пошел. Да, что-то интернет сегодня шалит у меня. Да нет, такого не было. Вот опять. Вы ничего не пропустили. Просто бой. Так, это область чистая. Это матч на века, это только начало. Так, продолжаем так идти вперед. Не сдавайтесь, не ночуть. Короче, Лондон у нас, вижу, немного нервничает. И спецудар. Имперский боевой отряд валит гигантского врага. Я знал, что имперский боевой отряд устроит хороший бой. Лучше Настю взять. Капитан, сейчас или никогда. Как великолепно и неприятно. Хочешь сразиться со мной лицом к лицу? Иди сюда. Рыцари, будьте начеку. Нам нужна только победа. Конечно. Ребят, все. Мы их. Что, мы победили? Отлично. Оу, еще это пошло. А вот и дуэль, походу. Хорошо защищалась, но теперь тебе конец. Спасибо, капитан. Я обещал, что защищу тебя. Подожди. Была же еще одно обещание. Ты обещаешь? Да, я обещаю. Это должно быть другое обещание, о котором Сакура говорила. Неплохо. Ну что теперь? Двое против одного? Это немного неспортивно, но я справлюсь. Я сама тебя завалю. Настало время уладить все раз и навсегда. Но это именно то, что я хотел услышать. Но? Я ждал это так долго. Так что давай поднимем ставки, ладно? Что? Она уничтожила мост? А это нехорошо. Теперь нам никто не помешает. Мы можем сражаться сколько нашей души угодно. Наконец-то. Мы уладим счеты. Пока весь мир наблюдает за нами. Подождите. Матч закончился. Больше нет причин драться. Нет, есть. Я пришла, чтобы вытереть пол Сакурой. И я не уйду, пока это не сделаю. Камияма, будь начеку. Матч еще не был объявлен официально законченный. То есть...
все будет продолжаться? Что за чертовщина? Ну, надо, значит, надо. Какое возбуждение, какая битва. Давай мне больше, Сакура. Я хочу, чтобы ты знала. Я рада, что я твой что ты видишь меня достойным соперником. Поэтому я буду сражаться всем, что у меня есть. Вперед, Обу. Дай мне свою силу. Это плохо. Сакура не привыкла к этому. Она не знает, как полную мощность использовать в Обу. Что еще? Господи, Ланселот. С ней действительно хлопотно. Но я не как она. Я капитан лондонского боевого отряда, и моя цель — это лишь обеспечить победу для своей команды. Вот почему я знаю, в чем заключается мой долг. Я одолею тебя и закончу этот фарс. А ты уверен? Ты думаешь, что уже победил? Это неизбежно. Победа — это моя судьба как короля, как и моего тезки до меня. Так, значит, все сводится к судьбе для тебя. Ничто не предопределено, и я это докажу. Когда мы впервые встретились в отеле, я точно знал, что ты за человек. Крестьянин, который не знает свое место, и больше ничто. Но сегодня ты узнаешь, где твое место. Нет, это ты узнаешь, что твое место возле параши. Так, ладно, тут бьют. Анастасия, иди сюда. Хочу спецудар использовать на Артура. Есть. Кстати, можно и спецудар, наверное. Готово к командной атаке. Два сердца, что бьются в унисон. Вперед! Это мой зодиак, Либра, или Весы. А что насчет этого созвездия? Полагаешь, что это созвездие Камияма? Мне кажется, что созвездие может наблюдать за мной. А не определенным образом. Мы звезды. Сцены неба. Романтично. Наркомания, но романтично зато. Ты одолел меня, поздравляю, Камияма. На этом конец. Во что Артур играет? Не могу оставить команду ни на один момент в одиночку. Перский боевой отряд победил двух членов Лондона. Теперь наша финальная наш последний жестокий дуэль остался, короче. А, о, можно прочесть нормально. Имперский боевой отряд одолел двух членов лондонского отряда. Теперь два наших последних бойца сойдутся в жестокой дуэли. Вперед. Наблюдая, как эти два легендарных отряда столкнулись в бою друг с другом,
по всей своей мощи. Это всемирные игры действительно во всей красе. И соперничество, которое разделяет эти девушки, это глазурь на тортике. Мы все просто умираем, чтобы увидеть, как все это кончится. Все сводится к Ланселоту против Сакуры. Их поединок определит победителя этого матча. Члены их команды не должны вмешаться, не вмешиваться. Ну уж покажите мне, как вы сражаетесь всей своей силой. Да вы издеваетесь, что ли? Какой смысл в правилах, если этот парень Джи просто делает все, что ему вздумается? Сакура, не беспокойтесь во мне, Камияма-сан. Я смогу справиться с Ланселот сама. Хорошо. Взять ее, Сакура. Значит, кто победит в этом матче, точнее, кто победит в этой битве, выиграет матч. И определенно, мне определенно не нужно никаких дополнительных стимулов для того, чтобы сражаться, но теперь я смогу сделать это в одиночку, спасти свой отряд. Блин, я снизил всю бдительность. Обу? Что? Он не двигается? Ну, там что-то говорила девочка как раз. Прости, Обу. Похоже, я недостаточно хороша. Даже Сакура Шингуджи не могла тебя пилотировать. У меня и шанса не было, наверное. Даже после всего, что было, полагаю, что я не могу помериться с ней силой. Эй, эй! А ну, приди себя, Сакура! Конечно, ты никогда не станешь Сакурой Шингуджи. Потому что Сакура Амамия. Вот в чем дело. Ты хочешь победить Ланселот, не так ли? Эта легкомысленный рыцарь даже сказала, что ты ее соперник. Я ее соперник. Ты меня слышала? Ты можешь сдаться. Ты выше этого, черт возьми. Я знаю Сакуру Амамию. И она никогда не остановится и не перестанет двигаться вперед, несмотря ни на что, или что потребуется. Верно. Если я сейчас сдамся, как я смогу смотреть в лицо своему сопернику? Я не могу проявить такое неуважение к нему. Нет, это еще не конец. Я все еще многое, что могу сделать. Я должна продолжать драться. Я решаю, когда все кончится, и сейчас говорю, что это не конец. Я должна это сделать ради всех людей, кто верит в меня. Да-да. Превозмогание, как обычно. Хацуко, умажь еще раз Сакуру. Сакуру для разнообразия. Оба резонируют с собой. Вы оба хотите победить. Так что, сломайте все, что вас сдерживает. Сакура, настало время, синхронизируй свой разум с Обу. Ты можешь выйти за рамки своего предела. Выйти за рамки своего предела. Я постараюсь. Ты можешь воплотить свою мечту в реальность. Сакура, давай. Выйди за рамки своих сомнений. Я знаю, что я не Шингуджи. Я Сакура Амамия. Я собираюсь проложить свой собственный путь. Так много людей верят в меня. И сейчас я должна верить в себя. Давай сделаем это, Обу. Пришло время выйти за границы своих пределов. Я выйду, короче, выйду за все рамки своих пределов. Разозлилась. Ланселот, настало время это все закончить. Значит, все еще немного боевого духа осталось тебе. Я рада. Все это делает еще более интересным. Взаимно, Ланселот. Я рада, что ты мой соперник. И спецудар. Сразу.
Пусть тысяча лепестков затмит небо. Небо, окей. Оу, чё себе? Мочи, давай. Блин, она быстрая. Давненько не видел такую улыбку на Солод. Сакура выглядит тоже так, как будто ей очень весело. Не вижу, чтобы вечно такие дружки, такие, короче, матчи делились. Что случилось? Ты раньше не была такой быстрой. В этот раз оба на моей стороне и вместе. Мы с... как два таких, как ты. И у нас победитель, Сакура Амами из имперского боевого отряда, а далее Ланселот из лондонского боевого отряда. Это сокрушительная победа для имперского боевого отряда. Я победила. Я действительно победила. Спасибо, Обу. И тебе тоже спасибо, Ланселот. Благодаря вам обоим. Я стала ближе к тому, чтобы воплотить свои мечты. Нет, это конец. Раз меню статистик появилось. Так. Что? Мало дамага? Ну ладно, все равно я сраг. А, не, ну это понятно. Молодец, Сакура. Сакура, это было восхитительно. Ты была такой быстрой, как ниндзя. Этот боевой доспех невероятный. Ну, как-то справилась, благодаря Обу. Но это было не только Обу. Ты доказала, что твоя сила тоже была вложена. И она чего-то стоит, Анастасия. У меня нет никаких сомнений, что сила твоего сердца будет сиять и на сцене тоже. Так что жду с нетерпением увидеть это, Сакура. Спасибо. Сакура. Хорошо постаралась. Там Камияма. Спасибо. Без тебя мы бы не смогли бы. Нет, это все благодаря вам. Вам, Хацуко. И Обу тоже. Мы все внесли свой вклад. Действительно очень приятно вернуться обратно ко всем. Спасибо вам большое. Так, все, хватит суетиться. Ну же, капитан, вы же знаете, для чего пришло время. Ну, конечно. Сакура. Хацуко. Готовы? Да. Сердце видит истину. Мои сомнения отброшены в сторону. Вложи свое сердце в каждый удар. Преодолей свои слезы и сама определяй свое будущее. Готовы к победе? Ей. А не конец главы еще. Лет. Обыщи это место.
Я так и думала. Наконец-то. Нашла тебя. Я наконец-то поняла. Поняла что? Я не думаю, что я хотела быть как Сакура Шингуджи. Все, что я хочу на самом деле, это защитить людей Токио. Точно так же, как она. Это моя мечта. И кем бы ни была Яша, это не изменится. Это путь, который я выбрала. И я не сойду с него. Хорошо. Так что если Сакура Шингуджи сбилась со своего пути, вот как я ей помогу. Я постараюсь привести ее в чувство. Я готова к этому. И больше не буду снова сомневаться в своей мечте. Ты думаешь, что сможешь победить ее? Ты думаешь, сможешь одолеть Сакуру Шингуджи? Я знаю, что смогу. Просто наблюдай. Я знаю этот взгляд. У тебя глаза прямо светятся. Видно, что ты, старая добрая ты, вернулась. Спасибо за все, капитан Камияма. Кстати говоря, я кое-что вспомнил тут. И что же это? Обещание, что я дал тебе. Полагаю, что я говорил об этом еще с самого детства, то, что я всегда буду защищать тебя. Однажды я доберусь до туда и стану такой же, как Сакура Шингуджи. Тогда я буду капитаном цветочной дивизии. Таким образом, я всегда буду защищать тебя. Это обещание? Да, обещание. И ты сдержал обещание. Мне кажется, я заслуживаю награды. Ну, раз я сдержал свое обещание, полагаю, я заслуживаю награды. Справедливо. Тогда, как насчет поцелуя? Поэтва. Поцелуя! Да шучу я. А, значит, ты шутила. Да, конечно. Трус. А? Ничего. Отныне не как твой капитан, но как твой друг. Я всегда буду тебя прикрывать, так что, Сакура, я надеюсь, что у тебя будет вера во мне и будешь придерживаться моей стороны. Конечно, Сейджиро-сан. Ну, спокойной ночи. Спокойной ночи, Сакура. Я сказал бы, что ты заслужила немного отдыха, да? Да? А что насчет другого обещания, о котором мы говорили? Ну, которое было после того, как ты обещал стать капитаном. Что, было еще одно обещание? Ты не помнишь? Я поверить не могу. Серьезно? Это же самая важная часть была. Сакур, так подожди, успокойся. Успокоиться? Я лучше вспомнить, а прямо сейчас, я сказала. Вы можете заткнуться, ну уже. Так, что за ужасный шум? Кто-то задел поздний спор. Деревенское правило 31. Никаких спор между парами после наступления темноты, они меня раздражают. О, превосходно. Еще спор. Ты тупой, тупоголовый дебил. Так, не нужно меня так называть. Скажи мне, что это было за обещание. Да ты должен сам вспомнить. Ты такой дебил.
Тогда, ну скажем, если ты сможешь сдержать это обещание, тогда, когда я вырасту, я выйду за тебя замуж, Сейджиро. Ну, вот. Конец серии, да. Ну, как бы спойлеры смотреть не будем. Фух. Ну ладно. Классный эпизод тоже получился. Мне понравилось. Как обычно, без кринжа и странности не обошлось. Но, блин. В каком смысле в этом и суть этой игры? Так, ну тут ничего не изменилось. Ладно, тогда здесь пока что остановимся, продолжение следует.